Сберечь тепло и сохранить деньги потребителей. Внедряемые концерном городские теплосети тепловые пункты позволяют автоматически регулировать подачу тепла в зависимости от температуры воздуха на улице. Такой тепловой пункт стоит 86 тысяч гривен. Окупаемость всего 2 месяца. В концерне городские теплосети отмечают, наконец-то специалисты нашли возможность борьбы с перетопами, когда жильцам приходится открывать окна, обогревая улицу. Тем же, у кого есть тепловые счетчики в домах, это сэкономит еще и деньги, ведь платить придется меньше. Словом, в погодном регулировании специалисты пока видят только плюсы. Сегодня мы решаем сразу одновременно несколько задач. Что касательно качества и комфорта для самих людей, то, избегая проблемы перегрева, путем использования теплообменников. Наши люди комфортно ощущают себя в своих квартирах и своих помещениях, им нет необходимости открывать форточки, и температура соответствует санитарным требованиям в пределах, установленных действующими ГОСТами. Кроме того, на тех домах, где установлены сами которые подключены к центральному тепловому пункту, и если в домах установлен тепловой счетчик, то это, естественно, позволяет и экономить на платежах за потребленную тепловую энергию. От него обеспечивается теплом, через него проходит магистральная сеть для 15 домов. Кроме этого, эти 15 домов от этого центрального теплового пункта обеспечиваются еще горячим водоснабжением, погодное регулирование. То есть вот блок теплообменник, автоматический регулятор и датчик наружного воздуха позволяет поддерживать температуру теплоносителя в квартале для того, чтобы обеспечить комфортные условия. В концерне отмечают, переоборудование ЦТП является перспективным направлением работы, а потому в этом году будет переоборудован еще один пункт в Орджоникидзевском районе. По еще 10 таким пунктам готовится проектная документация.